Даже погода не помешает Барнаульскому речному порту открыть сезон пассажирской навигации. Подготовка судов завершается, и флот почти готов к эксплуатации. Три Москвы, вот они, тут правда, две, одна еще в затоне, вот, и два теплохода ПТ. Один «Водолей», второй ПТ-68. Они требуют постоянного ухода. Вот, ну, мы их красим каждый год. То, что касается двигателей, то за время, так сказать, вооружения, ремонта, значит, двигателя были перебраны, где это необходимо было. А где этого не требовалось, то была замена масла и все. Традиционные дачные направления останутся без изменений. Это Бобровка, Рассказиха, Калиновка, Кокуйская, Барсукова, Зеленый Клин. Однако в планах и нововведения. Дополнительно, возможно, в этом году, ну, думаю, что будет использоваться еще, эксплуатироваться будет линия Барнаул-Юбилейная. Мы в этом году планируем там начать работы по благоустройству и будем там организовывать зону рекреации. Мангальная зона будет там, и отдых в палатках, и, ну и как бы другие возможные. В последние годы за сезон речпорт перевозит порядка 70 тысяч пассажиров. Да и цена билета доступна для населения. Однако в этом году ее повысят. У нас сегодня все дорожает. Соответственно, мы как бы тоже делаем немного дороже билеты. Ну, не совсем, так сказать. Ну, 10-15% рост будет. На сегодняшний день большая вода ушла, уровня для работы судов хватает. И несмотря на ожидания второй волны паводка и совсем не летнюю погоду, речная навигация стартует 27 апреля. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, «День с толком».